Кларина Ивановна Шатько, народная артистка России, лауреат государственной премии, обладатель национальной театральной премии «Золотая маска», актриса Ульяновского драматического театра имени Гончарова. 8 марта, в свой день рождения, она сыграла главную роль в премьерном спектакле «Оскар и розовая дама». Отдав службе в театре больше полувека, снискав любовь зрителей, Кларина Ивановна осталась воплощением скромности и человечности. К работе в спектакле относится просто. Для нее это благое дело. Ее героиня ищет и находит слова, чтобы ободрить мальчика, чья жизнь подходит к концу. По совету розовой дамы, маленький Оскар каждый день считает за 10 лет и рассказывает в письмах Богу о своей жизни. Весь вечер Кларина Ивановна получала поздравления от своих поклонников. В их числе оказался и глава региона Сергей Морозов. Перед премьерой он поздравил актрису с днем рождения. Это человек с большой буквы. Не только человек, не только женщина, но и, если хотите, герой нашего времени. Позвольте мне в вашем присутствии, я это делал один раз всего в жизни, признаться ей в любви и опуститься перед ней на колени. Спасибо. Губернатор вручил актрисе букет цветов и корзину фруктов. Ну а главным подарком для именинницы стала поездка в Японию. Ирина Антонова, новости Ульяновской правды.